сумел отобрать мяч Ренатом Мединов у Даниила Годяева. И тот его цепанул за ногу. Подножка. И уже спартаковцы пытаются очередную свою атаку довести до логического конца. Гунько. Нету здесь нарушения правил. Не увидел продолжение. Гунько на своем фланге отдал обратно ему Мединову через центр на Ишутина. Хороший пас. Зорин, удар, 2-0. Даниил Зорин прекрасно разобрался в этой ситуации. Ишутин увидел рывок своего партнера. Отдал передачу на свободное пространство. Даниил Зорин первый был на мяче и, не став обрабатывать мяч, первым касанием... Большими силами Спартак пришел туда, к штрафной Локомотива. В надежде забить третий гол. Ошибается вратарь и 3-0. 3-0 спартаковцы на последней минуте второго тайма забивают гол. Это Егор Чистяков. Егор Чистяков, центральный защитник. Пошел на розыгрыш угла.